17-27. Выехали. 60 км у нас показывает. Температура минус 17. Итак, ребят, первая инспекция подвески Nissan Leaf. Колодки. Остатка тут до хрена. Колодки новые. Здесь все новое. Диски тормозные новые. Стойка сухая. Ничего не потеет, не течет. Резинки целые, на шаровых. Линки. С виду все целое. Гаечки. Это у нас перед. Делаем шиномонтаж. Так, у них направленные нитто резина направленная. В какую сторону направлена, я не пойму. M плюс S. Inside. Ага, вот она, inside написана. Значит, это внутренняя сторона. Заднее правое колесо. Интересно, краска такая. Тормозные колодки. В принципе, тоже как новые, диски как новые. Так, левый перед. Колодка норм. Стойка норм. Это кислота. Протекла с аккумулятора. Диски норм. Так, левый задний. Колодка норм. Стойка норм. Ребят, машина сейчас работает. Она сейчас работает, она включена. Кто хочет посмотреть на включенный Nissan Leaf, он работает. Он работает сейчас, но мы его не слышим. Остановился посмотреть новые колеса. Мне все еще дико. С этого, как сказал мужик, дико. А вот, ребята, Nissan Leaf с туманками. Посмотрите, как он светит. В два этажа просто. Свет у Лифа просто охренительный.